Капитан команды Атлетик Бильбао Максим Секлариус. Какие впечатления об игре? Игра в целом неплохая, боевая. Соперник у нас был равный. Игра тоже была равной. Не хватило где-то физики, реализации моментов. Ну, я думаю, шансы у нас есть. Люди не все приехали, резерва не хватало. Вот. Будем играть, тренироваться, исправлять свои ошибки. Я думаю, у нас команда перспективная, будем бороться только за высшие места. Хорошо, молодцы, спасибо. Виктор Камуков, капитан команды футбольного клуба «Малага». Играли сегодня против «Атлетика». Бильбао очень уступчивая команда, знакомая. Знаем, очень серьезный соперник. В первом тайме немного волновались и сыграли на 0, но во втором тайме после первого гола собрались, победили 3-0, очень сильную неуступчивую команду. Ну а так, желаем удачи дальше в дальнейшем команде «Атлетика» Бильбао и всем остальным на турнире. Спасибо.